Здравствуйте, в эфире Балинское телевидение, студия Раиль Низамов. И вот что вы увидите сегодня. В школах прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В Бавлах отметили День Республики. В районе продолжаются сходы граждан. На этой неделе для 3885 школьников, а также учителей и родителей начался учебный год. Во всех городских и сельских школах прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Репортаж Кадрии Гемазовой. В городской школе номер 2 в этом году 62 первоклассника. Под традицией на торжественной линейке они оказались в центре внимания. Впервые на линейку вышли, держась за руки 11-классников. Кто-то сел от радости, а кто-то зевал. Было видно, что некоторые еще не привыкли рано вставать. Но как только 11-классники начали танцевать, у всех появился интерес к происходящему. Часть первоклассников даже присоединилась к флешмобу. А потом другая часть первоклассников рассказала стихотворение, тем самым показывая хорошую готовность к школе. Подбирала все наряд, только видно, зря старалась. В моде форма, говорят. Я учил с усердием букву и довел до блеска счет. Сильно хвастаться не буду, но Гарри Поттера... С Днем знаний, ребят, и педагогический коллектив поздравил глава Бавлинского района Рамиль Гатиатуллин. Дорогие ребята, уважаемые педагоги, родители, разрешите всех вас поздравить с началом нового учебного года. Вообще, 1 сентября, День знаний, это не только праздник, наверное, детства, юности, встречи с друзьями, учителями, новым знанием, но это праздник надежды. Посмотрите, дорогие ребята, сколько сегодня пришло на этот праздник взрослых. Вы, наверное, видите, что в глазах этих людей у всех надежда. Надежда на вас. На наше будущее поколение, что вы будете гораздо лучше нас. Вы будете самыми успешными. Вы будете самыми умными. И только если вы действительно такими будете, мы построим прекрасное наше будущее. Мы очень надеемся, что все наши усилия, направленные на улучшение материально-технического снабжения, на оформление этих классов, подсобные помещения, различные другие, так скажем, наглядные пособия, помогут вам стать самыми сильными и красивыми людьми нашей необъятной Родины. Он также вручил учителям школы, выполнившим нормы физкультурно-спортивного комплекса ГТО, соответствующие значки. То, что находится в хорошей физической форме, учителя продемонстрировали и выступая танцем перед всеми собравшимися. После линейки ребята прошли в классные кабинеты. Они были приятно удивлены, увидев обновленные кабинеты физики, математики и химии, отремонтированные и оборудованные за счет спонсорской помощи. Такие же изменения претерпели кабинеты по точным наукам и в школе номер 7. Глава района вместе со спонсорами принял участие на торжественной линейке и этой школы, которая состоялась на полчаса позже, чем в других учебных заведениях. Здесь в первый класс пришли учиться 59 мальчиков и девочек. Кадрия Гемазова, Айгуль Хусейнова, Эльмир Башаров, БРТ. На августовской конференции работников образования подвели итоги работы за прошедший учебный год, наметили цели и задачи на будущее. В работе конференции принял участие глава Балинского района Рамиль Гатиатуллин, руководитель исполкома района Ильяс Гузаиров, начальник отдела развития дополнительного образования Министерства образования и науки Татарстана Роза Шаяхметова, начальник отдела образования Дарья Наганеева. Об этом в нашем следующем сюжете. По Дому культуры имени Мусы Джалили представители каждой школы организовали выставку и рассказали о приоритетных направлениях в своей работе. Участников конференции с яркими концертными номерами приветствовали воспитанники детских садов. Начальник отдела образования Дарина Ганиева рассказала о результатах государственной итоговой аттестации. Кого-то похвалила, а кого-то пожурила. Отрадно, что увеличилось количество выпускников, набравших 80 и более баллов по ЕГЭ. Это 76 выпускников, 2,4%, что на 12 человек больше, чем в 2017-2018 году.
Наибольшее количество высокобальников по русскому языку. Здесь лидируют гимназия номер 4, средняя балла номер 3 и номер 7. Только из Саргаповской школы не дало ни одного высокобальника. К сожалению, 11 выпускников района не смогли преодолеть минимальный порог. Также Дарина Ганеева отметила, что из года в год выпускников, не набравших минимальное количество баллов, дают школу номер 3, номер 7 и Ксалуярская школа. В этом году медалью за особые успехи в учении награждены 8 выпускников из 6 школ, которые показали хорошие результаты на экзаменах и подтвердили свои знания. В вузы поступили 117 бавлинских выпускников, это 92,1%. Из них на бюджетной основе 62 человека, вне бюджета 56 человек. Педагогическое направление выбрали всего 16 выпускников. В текущем году основной государственный экзамен сдавали 328 девятиклассников, государственный выпускной экзамен 12 учащихся девятых классов. На сегодня 337 выпускников девятых классов получили аттестаты об основном общем образовании, из них с отличием 12. Трем учащимся школы номер 6 Александровской и Новочутинской школ предстоит пересдача в сентябре. Уважаемые коллеги, одним из ключевых направлений национального проекта образования является внедрение мотивационных механизмов развития кадрового потенциала. Достижение качественных образовательных результатов невозможно без педагога, способного работать в новой образовательной среде. Много говорилось на конференции и о профориентационной деятельности с воспитанниками детских садов и учащимися школ, об участии на республиканских и всероссийских олимпиадах. Как выяснилось в этом плане, наш район находится в аутсайдерах. В рейтинге муниципальных образований Татарстана по итогам республиканской и всероссийской олимпиад школьников Бабинский район находится на последнем 34-м месте. На подготовку школьников к олимпиадам просил обратить особое внимание глава района. В завершении конференции приветствовали молодых специалистов, которые вольются в педагогические коллективы нашего района. А также вручили заслуженные награды педагогам района. Лисан Галимова, Ильнар Башаров, Рая Низамов, БРТ. До выборов Государственного совета Татарстана нового созыва осталось всего несколько дней. Член Высшего совета партии «Единая Россия» Рустам Миниханов встретился с кандидатами партии и руководителями местных отделений, чтобы обсудить ход кампании и составить планы дальнейшей совместной работы. Встреча прошла в культурном центре «Московский» в Казани. На финишной прямой длительной избирательной кампании, непростой избирательной кампании 2019 года, мы в целом можем с удовлетворением сказать о том, что выборная тактика и стратегия этой избирательной кампании, согласованная и совместная усиленная работа и аппарата президента, и исполкома нашей партии, секретарей районных городских партийных организаций, достаточно большого актива, она воплощается в жизнь. Встреча прошла в формате открытого диалога. Единороссы рассказали президенту о проектах, реализованных в ходе кампании. Мой депутат, ежедневное общение кандидатов с избирателями через онлайн-портал и телефон горячей линии, сбор наказов от татарстанцев через мобильные приемные партии, партийный контроль за реализацией нацпроектов на территории Татарстана. Сюда же можно добавить проекты мобильные поликлиники, обеспечивающие населением медпомощью в небольших селах республики. И самый грандиозный и уникальный для России проект «Наш двор». Программа «Дворы», значит, мы как бы не решались, это инициатива партии, да, все-таки вы продавили, мы должны вот в течение 3 лет вот такую, она очень сложная задача, она не только по деньгам, серьезные средства, реализовать столько дворов, привести в порядок, там же асфальт, там благоустройство, для этого мы и есть. Рустам Миниханов поставил перед татарстанскими единороссами задачу до конца кампании провести максимальное количество встреч, а сразу после дня голосования проанализировать поступившие от граждан обращения и приступить к их исполнению. Вот мы, партия власти, мы сегодня представляем власть на территории республики. Мы должны понимать, что у нас очень много недостатков, у нас очень много проблем, которые мы должны решить. Мы не должны говорить только о том, какие мы молодцы. Вот здесь дорогу построили, здесь ФАП сделали, здесь там клуб отремонтировали. Надо брать те проблемы, которые есть, и говорить, вот как мы будем решать эту проблему. В этом наша сила. Конкретные дела, реализованные масштабные проекты, по словам президента, говорят сами за себя. Динамика. Вот мы чемпионат мира провели, да? Нам доверили чемпионат мира. Значит, президент дал высокую оценку. Разве это было бы возможно, если бы не было такой сильной команды, да? Мы же не делим там. Вот это наша законодательная власть, это вот наше правительство.
там еще какие-то наши федеральные структуры. Мы всегда работаем в республике общекомандно. И оно дает свои результаты. Вот это некий экзамен у нас перед нашим населением. Нас где-то будут критиковать, где-то будут и хвалить. В финале встречи президентская установка. Настрой не только на победу, а победу с внушительным отрывом от конкурентов в борьбе за депутатские мандаты. Убедительная победа – это доверие к партии власти, доверие к вам, доверие ко мне, доверие правительству. Поэтому эта работа не только вот персоны или те, кто занимается. Это общая наша работа. На этой неделе жители Татарстана будут выбирать депутатов Государственного совета Республики Татарстана 6-го созыва. 8 сентября – единый день голосования. Бавлинцы придут на свои избирательные участки, чтобы подать свой голос за понравившегося кандидата. Все часто жалуемся на те недостатки, которые встречаются в нашей жизни. На плохие дороги, на условия жизни, на те недостатки, которые нам всегда стараются преподнести. То есть критикуем начальство. Но мы всегда забываем о том, что у каждого человека существует своя гражданская позиция. И вот приближающие выборы 8 сентября 2019 года позволит нам реально подойти к этим выборам и высказать свое мнение. Мнение простого человека, гражданина своей страны, и настоять или даже изменить ту политику, которую тебе приемлемо. Потому что мы, отстаивая свою позицию, защищаем свои интересы. Голосуя за кандидатов 8 сентября, мы проявляем свою гражданскую позицию, и мы своим голосом решаем ту или иную задачу, которая стоит перед тобой, перед собой. И поэтому я призываю всех наших ветеранов города и района активно принять участие в предстоящих выборах. Выборы – это ведь определенный момент в жизни государства, и, соответственно, каждый гражданин должен принять участие, в частности, и в этом моменте в жизни своего общества. И вот это участие в выборах – это же не только право, но в определенной мере и обязанность каждого гражданина. И при этом, собственно, так отказывать себе вот в этом праве не может и не должен никакой человек, ни религиозный, ни светский. И в частности, из истории, например, церкви, мы знаем, что все христиане и даже Христос всегда исполняли свои гражданские обязательства. То есть платили какие-то налоги, какие нужно, участвовали в каких-то вот таких вот государственных делах, например, как перепись, которая была сделана при его рождении. И, собственно, его отец, его мать в этом участвовали. И, опять-таки, ученики Христа всегда призывали всех христиан, всех верующих к тому, чтобы каждый христианин был верен своему государству, потому что патриотизм, он, собственно, вместе совместим с религиозностью. И, собственно, поэтому, скажем так, оправдывать себя тем, что человек, где-то, может быть, кто-то скажет религиозный, не должен участвовать вот в такой в светской жизни, в политической в частности. Опять-таки, это неправильно. Поэтому каждый человек, гражданин своего государства, и в частности мы, граждане своей страны, должны участвовать в выборах. Потому что, опять-таки, это участие, хоть и, скажем так, небольшое каждого человека, но в общей своей такой массе, опять-таки, превращается вот в такую волну волеизъявления народа. Опять-таки, которая влияет впоследствии на жизнь государства, так или иначе. Потому что каждый человек может сделать выбор, может этот выбор, скажем так, озвучить, то есть провозгласить. А не только лишь обсуждать где-то за столом, опять-таки, как-то, может быть, ругать власть или что-то, а вот так вот деятельно может поучаствовать. И поэтому каждый гражданин должен участвовать в выборах, ну и вообще во всех, скажем так, вот таких мероприятиях каких-то, в делах государственных, которые призываются, и на которые каждый гражданин имеет право,
И в частности, даже люди религиозности, ну и в частности я тоже, всегда исполняю вот такой свой гражданский долг. Хожу на выборы, все, что нужно, делаю как положено. Опять-таки для того, чтобы то, что от меня требуется, как от гражданина, оно было исполнено. Потому что, опять-таки, на мне есть вот эта определенная ответственность. Я считаю, что каждый молодой гражданин нашей страны, нашей республики должен принять прямое участие в предстоящих выборах, выбрать из того большого количества кандидатов. Это не просто наше с вами право, это наша с вами обязанность. Голос каждого, он непременно будет услышан на этих выборах. Ведь для молодежи сейчас представляются очень большие шансы для их развития. И вот эти выборы – это шанс для каждого сделать свой район, свой город еще лучше. Я призываю каждого молодого человека принять участие 8 сентября, не проявлять ни в коем случае отрешенность от тех политических процессов, которые сейчас происходят, в том числе эти же выборы. Мнение каждого, я считаю, будет услышано. Голос каждого сельчанина, жителя села Кызылъяр очень важен для нас. Так как ваши голоса имеют большое для нас значение, это будущее наше. Так как у нас по программе, по республиканской программе, по федеральной программе построено столько объектов, капитальный ремонт школы, строительство детского сада, 3 новых медпункта фельдшеро-акушерских ФАПа, сделано освещение, проводим в деревне Уба газификацию. Голос каждого влияет на будущее нашей страны. В концертном зале Дома культуры Бавлов состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Республики Татарстан. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. С общим для всех татарстанцев праздником присутствующих поздравил заместитель главы Бавлинского муниципального района Ринат Хамидуллин. Примите искренние слова поздравления с Днем Республики, главным государственным праздником Республики Татарстан. Этот праздник – символ единения многонационального народа нашей республики. Сегодня Татарстан занимает значимое место среди регионов России, достигая высоких результатов в экономической, социальной и культурной сферах, формировании комфортной среды в городах и селах, реализации своего инновационного потенциала. Особое настроение общественной жизни – задает предстоящее столетие образования татарской АССР, которое мы вместе с вами будем праздновать в следующем году. Пусть путь, пройденный Татарстаном, показывает, что единение людей во имя ясных и светлых целей, их созидательный труд создают условия для уверенного роста экономики, улучшения уровня жизни, сохранения и приумножения богатейшего культурного наследия, важнейшей основой духовной жизни общества. В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония награждения. На протяжении всего праздничного концерта зрители радовали своими красочными номерами лучшие творческие коллективы города. Айгуль Габдрафикова, Айгуль Хусайнова, Артем Артемьев, БРТ. В районе продолжаются сходы граждан. На очередном таком сходе в селе Покровский Урсамак с участием главы Балинского района обсудили подробно многие острые вопросы. Какие именно, вы узнаете из нашего следующего сюжета. С отчетом о проделанной работе за первое полугодие 2019 года выступил глава Покровского Урстамакского сельского поселения Борис Безинов. Он подробнее остановился на теме самообложения и отметил, что наблюдается очень плохая собираемость. В ответ на это некоторые жители высказали мнение, что это недоработка главы сельского поселения. Покрову Рустамакцы проявили хорошую активность и задавали волнующие их вопросы. Жители интересовали проблемы ремонта дорог, отсутствие детской площадки, закупочные цены на молоко, скорость интернета. В завершении собрания глава района Рамиль Гатиатуллин рассказал о предстоящих выборах в Госсовет Татарстана, ознакомил с кандидатами в депутаты. Айгуль Гатиатуллин, Айгуль Хусайнова, Эльмир Башаров, БРТ.
Вавлы посетил необычно ярко усыпанный граффити автобус. Специализированный автобус Министерства по делам молодежи Татарстана под названием 1430. На нем приехали молодые татарстанские общественники, чтобы провести встречу с бавлинской молодежью в клубе «Ватан». Подробности далее. Специализированный автобус 1430 в течение августа ездил по муниципалитетам и городам Татарстана. В районы вместе с ним приезжали молодые общественники, диджеи, представители команды Министерства по делам молодежи. Эту акцию придумали в общественном движении «Молодежь Татарстана» при поддержке Министерства, чтобы создать площадку, на которой молодые люди в городах и районах могли бы высказаться и быть услышанными. В ходе акции организаторы пытаются понять, чего не хватает молодежи в районах. Также проводятся анкетирования для того, чтобы составить социологический портрет татарстанцев от 14 до 30 лет. Отсюда и название автобуса 1430. Специальный автобус Министерства по делам молодежи побывал уже в большинстве районов республики. До 6 сентября автобус должен посетить все районы. На днях представители Минмолодежи встретились с бавлинской молодежью и выслушали их вопросы и пожелания. Встреча проводилась в формате открытого диалога. В ней принял участие начальник отдела реализации и развития государственных программ Владислав Хусанов. Были проведены открытые дискуссии и онлайн-опросы. Руководители выслушали вопросы молодых, рассмотрели их предложения и рекомендации. В ходе дискуссии вопросы к руководителям всыпались одно за другой. В основном бавлинцам от 14 до 30 волновали темы, касающиеся занятости молодежи, обеспечения молодых специалистов жильем, проблемы оттока молодежи в большие города, а также то, как правильно писать заявки на гранты и другие. Отделу по делам молодежи вручили благодарственное письмо Минмолодежи за значительный вклад в развитие молодежной политики и проведение молодежной акции «Автобус 1430». В завершение встречи начальник отдела по делам молодежи Айдар Халиуллин нанес на яркий кузов автобуса надпись «Бавлы». Молодые бавлинцы с музыкой прокатились на автобусе по улицам города. Исангалимова, Эльмир Башаров, Раиль Низамов, БРТ. В Центральной библиотеке Баллов наградили победителей городского конкурса сочинений и рисунков «Моя будущая профессия». Он был организован библиотекой совместно с Центром занятости населения. В конкурсе «Моя будущая профессия» приняли участие дети, отдыхающие в оздоровительных лагерях города. Он длился 3 месяца. Всего участвовали 83 школьника от 14 до 16 лет. На днях подвели итоги третьего этапа конкурса, в котором принимали участие дети, отдыхающие в лагере «Иволга». Основные цели конкурса – поднятие престижа рабочих и инженерных профессий, развитие системы профессиональной ориентации молодежи. В своих сочинениях ребята размышляли над тем, кем бы хотели стать в будущем. Оказалось, многие из них хотят стать инженерами, IT-специалистами, медиками, экологами, маркетологами, нефтяниками. В своем выступлении директор централизованной библиотечной системы Лилия Фахриева отметила, на этот раз участники выбрали самые разнообразные профессии, а не только профессии экономиста и юриста, как это было раньше. В данный момент библиотеку мне срочно требуется библиотека. И я найти специалиста не могу. Приходят с экономическим образованием и довольно много. А я говорю им, а вы литературу-то знаете? Они не сдавали экзамены по литературе, они, по идее, я знаю, что и классику не читали, а мне здесь в библиотеке кто нужен? Мне нужен человек с филологическим образованием, мне нужен человек, который знает сегодня, что у нас в книге есть. И я бы хотела, чтобы вы еще, ну здесь, конечно, о рабочих профессиях идет, но все-таки хочется сказать и о своей профессии, библиотекаре. Сейчас очень востребованы. Мы не просто выдаем книги. Вы прекрасно видите, мы проводим очень много интересных, ярких мероприятий. Мы тоже уже почти какая-то часть шоу есть у нас. Не просто, не скучно, а очень интересно проводим мероприятия. Ну и зарплата, конечно, тоже достаточно нормальная. Семейный психолог Гузель Минезидинова провела с детьми небольшую разминку. Директор Центра занятости Рима Султанова также пожелала ребятам выбрать профессию по душе. Вообще человек, который... С самых молодых лет начинает задумываться о своей профессии, он и достигает высот своей профессии. Потому что чем больше ты узнаешь о своей профессии будущей, чем больше стремишься, тем больше учишься. Поэтому я от всей души хочу, чтобы каждый из вас состоялся как профессионал, как специалист и нашел свое место в жизни, чтобы вы были успешными и удачливыми людьми на этом белом свете. Своими концертными номерами собравшихся порадовали Алина Валитова и дуэт Веры и Ники Коберник. Всем призерам и победителям были вручены дипломы и подарки. Айгуль Идиатульна, Эльмир Башаров, Раиль Низамов, БРТ. А теперь к новостям спорта. На стадионе «Иволга» прошли финальные игры первенства Республики Татарстан по футболу среди юношеских команд 2006-2007 годов рождения, малых городов и районов. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. В течение 3 дней команды из Буинска, Тюлячей, Заинска, Бавлов, Аксубаева, Высокой горы старались войти в число лучших. Было принято решение о проведении финального этапа
соревнований среди юношеских команд 2006-2007 года рождения в городе Баулы. Мы видим, что здесь, скажем так, хорошие условия для проведения данных соревнований. Принимают участие сильнейшие команды. То есть у нас приняло участие более 20 команд по этому возрасту. Вначале были проведены зональные соревнования. Сильнейшие команды с каждого возраста, с каждой группы, принимают участие в данном турнире. Соревнование продлится 3 дня, по итогам которого будут выявлены победители и призеры. Даже во время проливных дождей молодые спортсмены не подвели. Все старались изо всех сил побеждать. Бавлы представляла команда спортивной школы номер 2, тренером которого является Сергей Кабаков. В первом же туре наша команда сыграла с командой Батыр из Буинска. В упорной борьбе хозяева поля выиграли со счетом 3-2. Ислам Ахмадиев сам с 6 лет занимается футболом. На этот раз пришел поболеть за своих сверстников. Сегодня я пришел поболеть за свою команду. Я даже играл в ней, ездил на разные турниры. В последний день турнира не помешал юным футболистам даже пронизывающий холодный ветер. А наоборот, игра была очень напряженной и оживленной. Бавлинцы до последнего боролись за звание лучшего. Но до победного конца хозяевам поля не хватило очков. Все игры турнира проходили в настоящей борьбе. Никто не хотел уступать соперникам заветный кубок. В итоге непростого турнира 3-е место досталось Заинскому «Барсу», 2-е – Бавлинской спортшколе номер 2. 1-е место в турнире присуждено Высокогорскому «Эвересту». Ну, сначала скажем, что соревнования организованы были на хорошем уровне. Гостеприимные «Бавлы» оказались. Мы достойно сыграли все 5 игр. И заслуженно, я считаю, заняли 1-е место. Хотелось бы выделить команду Бавлинского района, Заинского. Они оказали хорошую конкуренцию, но в честной борьбе, и мы заслужили 1-е место. Спасибо вам огромное. Спасибо. Удачи. Молодцы, что вы 2-е место получите. Ну, наша команда сыграла очень хорошо, но мы рассчитывали на 1-е место. Боролись до последней секунды и думали, что получится забить больше мячей, но не получилось. Не реализовали свои моменты. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. В следующем выпуске новостей смотрите 6 сентября. А прямо сейчас мы предлагаем вашему вниманию прогноз погоды на ближайшие 2 дня. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до скорых встреч. До 4 сентября ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем составит плюс 13 градусов. Ночью столбик термометра опустится до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 93%. В четверг, 5 сентября, ожидается также облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем составит плюс 11, ночью плюс 8 градусов. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%. Сентября Центр занятости города Бавлы приглашает граждан, ищущих работу, посетить День работодателя с участием МОП «Метроэлектротранс» города Казани. Вы можете получить ответы на вопросы, касаемые трудоустройства на предприятии, возможности профессионального обучения с последующим трудоустройством, госуслуги, оказываемых службой занятости. Место проведения — город Бавлы, улица Энгельса, дом 56. Начало мероприятия 10 часов. 4 и 5 сентября состоится грандиозная ярмарка шуб из города Пятигорск. Шубы из норок, бобра и мутона, дубленки и мужские куртки. Действует рассрочка и акция «Сдай старую шубу». Ждем вас по улице Пионерская, 9, здание редакции. Добро пожаловать!